Starlight Film Productions представляет. Кикбоксеры. В главных ролях Кен Рэндалл Джонсон, Танк Так Уинг, Мэтью Рой Кохен, Марк Уильямс. Оператор Юрк Уолтер. Автор сценария Роксана Ривер и Тереза Ву. Композитор Дэвид Бергют. Режиссер Эрик Шерман. Привет. Джеймс Коулфилд. Вы будете жить с Марком Брауном. Удачи. Я Джеймс Коулфилд, твой сосед. Ты новичок? Да. Прекрасно. Ты сокрушитель цифр? Чего? Мастер по счету? Слушай, Коулфилд, мне не интересно излагать тебе свою автобиографию. Мне интересно заниматься, так что почему бы тебе попросту не заткнуться? Простите, ваше святейшество. Не шути со мной, Коулфилд. Я за 5 секунд тебе задницу надеру. О, правда? Как ты собираешься это сделать? Тэквондо. Тэнксюдо. Кэмпо. Айкидо. Джиу-джитсу. Ты шутишь? Я не дожидаюсь книжных червей. Коулфилд, за каким чертом ты включил будильник? Я чуть с постели не слетел. Ты сказал, что встаешь рано. О, черт. Господи, я просто не привык к жизни в колледже. Ты думаешь, ты такой крутой мастер кунг-фу? Прекрасно. Тебе пора доказать это. Посмотрим, чего ты достиг. Поехали. Ах, ты хочешь всерьез? Извини, я не хотел ударить так сильно. Давай, надери задницу этому нигеру. Что ты сказал? Я сказал, надери нигеру задницу. Для этого их задницы и существуют. Верно?
Слушай, сопляк, я не знаю, в чем твоя проблема. Просто держись от меня подальше, или я надеру твою задницу. О, я напуган. Это к лучшему. Ты здесь новенький, верно? На этот раз я все спущу. Но, полагаю, тебе нужно быть очень осторожным в выборе друзей. Это опасное место. Иногда людям приходится плохо. Очень плохо. Это Грег Таннер. Он главарь банды, называющий себя «Белые тигры». Он здесь сторожил. Говорят, родители послали его лечиться, но я думаю, он стал еще большим психом. На твоем месте я бы с ним не ссорился. Да. Но задницу ему надрать нужно. О, извини. Я опаздываю в класс. О, да, я тоже. Экосистемы. Это экосистемы. Слушай, я новенький в городе. Ты не хочешь показать мне тут все? Извини, но я председатель кружка экологов, и у меня дела после занятий. Извините, молодой человек. Не будете ли вы так любезны сесть? Спасибо. Класс, я надеюсь, что к концу курса все вы осознаете, что не Земля принадлежит человеку, но человек принадлежит Земле. Но это здесь. Давно ты здесь? Несколько лет. Поначалу у большинства ребят дела шли плохо, но сейчас у них все в порядке. Единственное, что тут собираются все сносить, чтобы построить кегельбан, оздоровительный комплекс или что-то в этом роде. Ерунда какая-то. Очень плохо. Карате. Федерация японского каратэ-до. Пошли, поклонились, построились. Так, сегодня у меня есть два объявления. Первое, в городе состоится турнир. Он открыт для всех желающих. Победитель получит $25,000. Естественно, я выставляю себя. Ты думаешь, Грег Таннер будет там? Возможно. Лучшее я приберег напоследок. Я хотел бы представить вам своего друга, которого зовут Джеймс Коулфилд. Он великолепный боец, и у него очень хорошая техника. Почти такая же, как моя. Так что я хочу, чтобы вы были очень внимательны. Джеймс? Всем сесть. Итак, сегодня мы работаем над комбинациями ударов. Во-первых, мы поработаем над нижним круговым ударом, наносящимся по ноге или по колену. Разворот, круговой удар в голову. Еще раз, первый удар на подбив колена, разворот, удар. Удар в голову. И готовимся продолжать руками. Всем встать. Выберите партнеров. Готовы? Начали.
Это довольно приличная группа. Ты бы видел их год назад. Только спасутся от банд, арестовываются за наркоту. Ты провел неплохую работу. Мне нужны эти призовые деньги, чтобы открыть для таких детей собственную школу. Ты будешь участвовать? Я не знаю, мне нужны деньги сейчас, не через полгода. Что ж, возможно, я смогу тебе помочь. Китайский ресторан Уинге. Не забудь чаевые. Люблю эту работу. Привет, Кимберли. Немного припозднились, не так ли? Привет, Джеймс. Не знала, что ты здесь работаешь. Ну, я начал только сегодня. Тереза, это Джеймс. Джеймс, Тереза. Привет, привет. Мы набираем людей в группу экологов. Присоединишься? Ну, я довольно занят. В смысле, у меня это работа и карате после занятий. Тебе все равно, если мы загрязним нашу планету до такой степени, что уничтожим все формы жизни, включая нашу собственную? Ну, конечно, нет. Меня интересует экологическое движение. Но я не знаю, будет ли у меня время присоединиться. Возможно, когда ты решишься, мы уже полностью разрушим озоновый слой. Тебе не кажется, что ты немного... Оу! Не болтай, здоровяк. Мой посуду. Живо. Вы меня простите? Какого черта ты думаешь, ты там делал? Я прикидывал, какой будет счет. Ты думаешь, твоя жизнь — футбольная игра? Неверно, здоровяк. Отвали, моя личная жизнь не твое дело. Говоришь много, а изо рта смердит. Привет, Джеймс. Мне нужно быстро получить заказ. Да, сэр. Я не я, если это не тот чудило. Новичок. Что ж? Ты еще... Дружишь с обезьяной из джунглей? А это твоя проблема, Тонер? У меня нет проблем. Эй, у вас, парни, есть проблемы? Я так не думаю. Похоже, это у тебя проблема, красавчик. Знаешь, не должен... Я предупреждаю, Тонер, не трогай моих друзей. А я предупреждаю тебя, не дружи с грязными обезьянами. Джеймс? Ладно, грубиян, выйдем. Да, выйдем. Ты хотел этого, Таннер? О, ты неплох, красавчик. Но я лучше. Мы могли бы принять тигра-смельчака вроде тебя. Я бы не присоединился к вашей куче отбросов. Это относится к тебе. Почему бы тебе не забиться обратно в ту дыру, из которой ты вылез? Залезу, Джимми. Залезу. Но подумай об этом. Я лучше. Я не могу это поверить. Я там внизу, в ресторане. Там Кимберли со своей подружкой. А он вяжется со мной в драку. Да ну, правда? Первый день работы, и я уже дерусь. Я знал, что это лишь вопрос времени. Видишь, у меня есть сотня подписей, но мне нужны еще. Нужно идти, шеф. Ежедневно они сжигают сотни акров лесов Амазонки. Вот это должно быть костерчик.
ты хочешь подписать петицию? Или у тебя нет времени? Не враждебность ли я отмечаю в этом голосе? Хорошо, я подпишу. Так куда ты исчезла вчера вечером? Не люблю драк. Не люблю фанатиков. Наконец, мы обнаружили что-то общее. Хорошо. Тогда мы могли бы обсудить это за ужином. Я не встречаюсь с обманщиками. Я похож на обманщика? Нет. По экосистемам будет экзамен. Мы могли бы позаниматься вместе. Ладно. Вот она. Какие растения доминировали в период палеоцета? Ты не обращаешь на меня внимания. Я обращаю на тебя все свое внимание. Мы занимаемся больше часа, а ты не можешь ответить на вопрос. Ну, я отвлекся. Вот именно. Я знала, что мне не нужно этого делать, но я все равно это сделала. Но я не обязана сидеть здесь, чтобы мне строили глазки. Я не строю глазки. Я любуюсь. Типичное замечание обманщика. И что это должно означать? Это означает, что у тебя одно на уме и один мыслительный орган, но это не мозг. Ну, возможно, если бы мы обсуждали что-нибудь интересное, мой мозг бы проснулся. Например? Например? Боевые искусства. А, точно. Выдающиеся открытия в истории человечества. Еще один способ уничтожать друг друга. Великолепно. Не пойти ли тебе спасать китов? Пока, мистер Чен. Вот наш мальчик. Вот как мы обходимся с хитрожопыми ловеласами в нашем городе. Не двигайся, красавчик. Покажем сукиному сыну. Дайте ему, ребята. Давайте. Ползи ко мне, красавчик. Иди к черту, Таннер. Ползи ко мне. Знаешь, на что это похоже, красавчик? Ползти. Без рук. Прижмите ему руку, ребята. Не беспокойся. Я это сделаю сам. Эй! Там кто-то идет. Заткнись, держись подальше, китаяшка. Мы лишь хотим посмотреть, умеет ли этот красавчик ползать. Ты хочешь ползать? Я ползать? Уходите. Ползи, или я тебя тоже проучу. Китаяшка. Не надо. Не делай этого, Уинк. Я ползу. Я ползу. Ползи. Ползи, китаяшка. Вот так. Китаяшка, ползи. Левый, правый. Ползи. Ползи. Давай. Давай. Вот сюда, китаяшка. Прямо сюда, дружище. Хорошо, я ползу сюда. Хорошо. Ползи, желтый. Ползи. Давай, желтый. Ползи. Хочешь забрать его?
Уходим. Пошли. Как ты это сделал? Повезло. Эй, где ты живешь? Отвези меня в больницу. Ты не сильно пострадал. Черт, из два не сильно. Осторожно, осторожно. Теперь попробуй пройтись. Где ты этому научился? Древнее китайское искусство. Научился по комиксам. Не впаривай мне эту лабуду. Эй, подожди минуту. Я думал, ты отвезешь меня. Сам себя отвезешь. Ты же могучий здоровяк. Что с тобой случилось? Таннер. Таннер? Таннер сделал с тобой это. Он круче, чем я думал. Не только Таннер, с ним были еще ребята. С цепями и трубами. У одного была пушка. И ты бился с ними одной рукой? Меня спас Уинг. Уинг? Этот пухлый повар? Он мастер из мастеров, Марк. В чем? Кунг-фу? Кунг-фу, карате. Он безумно быстро двигался. Надо уговорить его тренировать меня. Хочешь сказать нас? Подожди минуту. Он упрямый осла. Я не знаю, будет ли он учить меня. Ну, Джеймс, ты свой парень. Ты должен уговорить его тренировать меня. Это не только для турнира. Подумай, сколько детей я спасу от влияния улицы. Давай, парень, займемся тобой. Учитель, зачем вы звать так? Я не вам учитель. Но мы хотим, чтобы ты был им. Не учить тебя, здоровяк. Пожалуйста. Хотим учиться? Нет. Не хочешь учить меня, научи хотя бы Марка. Ему нужно выиграть, чтобы открыть школу для бедных детей. Турнир? Какой турнир? Милбрукский. Турнир боевых искусств. Победитель получит $25,000. Это главный приз. Нет. Кунг-фу для денег нехорошо. Это ради доброго дела. Это ради детей. Неважно. Деньги сводят людей с ума. Я не буду участвовать в турнире. Только учи меня. Ладно. Я учить вас обоих. Хорошо. Пошли. Сначала вы проходите испытание. Проигрываете? Тогда я не учить вас. Что за испытание? Ты. Вместе. Одна минута. Я учить вас. Здесь? Сейчас? Ты боишься? Так жалко. Вы проиграть. До завтра. Эй, не забудь вымыть туалет. Пока. Вот уходит школа карате. Не будь в этом так уверен.
Твоя парковка не так хороша. Да, но я неплохо учусь боевым искусствам. Я не собираюсь сдаваться. Кунг-фу не упражнение, не за деньги. Кунг-фу — это жизнь. Вот именно. Это моя жизнь, единственное, чем я хочу заниматься. Ты не понимаешь. Я очень понимаю. Это делает меня цельным. Ты был прав насчет меня. Я пытался поразить людей своим знанием боевых искусств. Но мы живем совсем по-другому. Как же мне научиться этому, если ты меня не учишь? Жди меня здесь. Сегодня я думать. Правда? Не обещать, только думать. Прекрасно. Паркуй машину. Переставь ее. Да. Ты обдумал это? Это? О чем мы говорили вчера? Ах, это? Нет, извини, я забыл. Что значит забыл? Я же прождал здесь всю ночь. Я же сказал извини. Ты настоящая заноза в заднице. О, я понимаю. Пора на работу. Пока. Пока. Эй, Джеймс, что происходит? Ничего. Без Уинга мне никуда не деться. Ты можешь просто плюнуть на это. Он не будет ничего делать. Ни за что. Я такой же упрямец, как он. Никак не удержаться. Ты самая законченная свинья из всех, кого я знаю. Ты думаешь, вселенная вращается вокруг тебя? Что тебе это даст? Это не моя вина. Точно. Что между вами происходит? Я думал, у вас все в порядке. Вовсе нет. Она моя главная боль. Все, о чем она может говорить, это как она спасет мир. И у нее хватает наглости звать меня обманщиком. Тебе еще учиться и учиться. Терпение — мое второе имя. Особенно это касается женщин. Терпение и мир сам придет к тебе в руки. Учитель? Нет. И еще не решать. Решишь? Думай столько, сколько тебе нужно. У меня уйма терпения. Терпение. Учитель. Залезай. Учитель, я знал, что ты скажешь «да». Да. Это мое терпение? Отрава. Отрава? Прошлой ночью ты съел 2 сэндвича, 2 коки, 3 пирожные, 3 батончика. Это отрава. Сводит с ума. И не зови меня учителем. Зови меня Си-Фу. Си-Фу Уинг.
Okay. Ладно. Покажи свой лучший удар. Как в фильмах. Не по-настоящему. Что же я делаю неправильно? Покажи мне свой свободный стиль удар. Полная сила. Твой центр слаб. Из-за этого твой удар не имеет силы. Так что же нужно делать? Встать. Что ты чувствуешь? Я определенно чувствую силу. Твой центр – основа тебя. Если твой основа тверда, твой удар будет мощнее и быстрее. Теперь я научу тебя, как аккумулировать силу в твой центр. Раз. Два. Раз. Два. Да. Раз. Два. Раз. Два. Раз. Два. Ладно, давай. Хорошо. На сегодня хватит. Встречай меня здесь завтра в 6 утра. Обрати внимание, книжный червь. Что? Он делает так. Кто? Уинк, он учит меня. Только что был первый урок. Не может быть. Я обещал ему не драться за деньги, но я не обещал не учить тебя. Да, 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 да. Привет. Привет, Уин. Рад тебя видеть. Это место закрыто? Да. Так как же ты провел? Я женат на сестре Чена. И что ты сказал Чену, чтобы он пустил нас? Сказал, что ты олимпиец. Это мне нравится. А где коньки? Нет. Без носков. Без носков? У меня ноги замерзнут. Давай. Ладно. Господи. Нападай. Ты похож на Бэмби. Это не смешно. Я не могу сделать это, Уинк. Ты хочешь легко? Легко в фильмах. А это жизнь. Скользко. Холодно. Тяжело. Еще раз. Концентрация очень важна в жизни. Помни, сохраняй равновесие всегда и везде. Тренировка на льду учит тебя хорошему равновесию. Равновесие? Хорошо. Давай, я тебе покажу.
Что происходит? Как поживаешь? Ну, что делается? Прибавь шаг. Ты готов к этому? Первый урок. Что тебе нужно сделать, так это нанести мне удар рукой. Потом прямой ногой. Давай. Эй! Привет, Сифу. Привет, Джеймс. Прыгни и выпрыгни. Это легко. Дырка слишком большая. Теперь попробуй снова. Мне здесь даже колени не согнуть. Поднимать тело тяжело. Использовать это не то. Хорошо. Старайся очень. Я вернуться позже. Эй, подожди минуту. Это невозможно. Ты думаешь, я кто, Супермен? Как дела? У меня ни разу ничего не вышло. Мне этого не сделать. Я не понимаю, что ты имеешь в виду? Это попросту невозможно. Невозможно? Вылезай. Я тебе покажу. Нет ничего невозможного. Попробуй еще и еще. Класс, мы начинаем изучение неандертальца, одного из наших древних предков. Возможно, неандерталец не отличался яркостью мышления, но он жил в гармонии с природой. Простите, пожалуйста, у вас все в порядке? Да. Он знал основы выживания и не загрязнял среду токсичными отходами и неразлагающимся мусором. Хорошенько посмотрите на него. Все мы можем этим закончить, особенно если мы будем и дальше разрушать озоновый слой. Это настоящее кунг-фу. Я не могу в это поверить. Мы заниматься сейчас. Здесь? Да. Пошли. Здесь нет места. Пошли. Кунг-фу как жизнь. Оно везде. Я знаю, ты это уже говорил. Кунг-фу как жизнь. Да. Хорошо, но без ударов ногами. Они все еще болят у меня после песчаной ямы. Удары ногами потом. Сейчас заниматься руками. Пробуй ударить. О, больно. Хорошо, боль, учитель. Учит тебя быть быстрее. Еще раз. Эй!
Куда ты смотришь? Смотрю на твои руки, куда же? Нет, не на руки, примитив. Ты используешь руки, я смотрю на руки. Если бы ты использовал ноги, я бы смотрел на ноги. Как мне еще узнать, что ты собираешься сделать? Смотри на плечи. Лучше, чем на руки. Я понял, что ты имеешь в виду. Хорошо, еще раз. Быстрее. Быстрее. Теперь смотри мне в глаза. Лучше, чем на плечи. В глазах видишь больше, чем где-либо. Хорошо. Стол нужно убрать. Я сделаю это сейчас. Тебе нужно моющее средство. У него очень слабые руки. О, нет. Что случилось? Похоже, ваш парень довольно неуклюж. Будь осторожен, Джеймс, тарелки бьются, я теряю деньги. Да, мистер Чен, это не повторится. Не думал я, что у тебя хватит духу здесь объявиться. И пропустить обед в одном из самых элегантных ресторанов? Я только что обсуждал со своим другом, какая превосходная здесь еда. Поздравляю, шестерка. По-видимому, он не слишком силен в ходьбе. Он даже руки пожать не сможет. Давай, парень, пошли отсюда. Это тот парень? Да. Мы еще увидимся, Колфилд, когда рядом не будет китаяшки в переднике. Слишком суровое. Завтра принеси другое. Лучше, а? Лучше. Займемся руками. Подожди минуту. Хорошо. Осторожный мальчик. Часть кунг-фу. Теперь урок. Прекрасно. Я сегодня бегу так же быстро, как и ты. О, боже. Попробуй с этим. Грузы на лодыжках. Прекрасно. Теперь беги. Бежать? Я с трудом могу ходить. Продолжай бег. Хватит разговоров. Делай так следующие две недели. Потом мы побежим снова.
Он идет. Юмор – это хорошо. Это часть боевых искусств. Спасибо. Сегодняшний урок посвящен ногам. Это был чудесный урок, сэр. Хорошо, занимайся. Спасибо, сэр. Спасибо. Да, увидимся завтра, ребята. Ребята действительно очень ценят то, что ты для них делаешь. Тебе нужно выступить на турнире. Ты бы прекрасно выступил. Я не могу, я должен сдержать обещание. Никаких боев за деньги. Да, я понимаю. Кстати, снова звонила Кимберли. Знаю, я получил записку. Сказать ей, чтобы не звонила? Нет. Я просто сейчас слишком занят тренировками.
Сифу, подожди. Сифу, пожалуйста. Я проспал прошлой ночью. Ты нарушил обещание. Я не учить. Пожалуйста. Это больше не повторится. Даешь обещание, держишь обещание. Никаких извинений. Мне правда очень жаль. Сними. Сколько дней? 14. Мы можем бежать сейчас. Для чего это? Я тебя проверяю. Ударь ногой. Сломай ее. Фокусируй энергию здесь. Полная концентрация. Еще раз. Я сделал это. Я сделал это. Не конец. Что ты имеешь в виду? Это ничто. Самое трудное только начинается. Приходи завтра. Хорошо. Сюда, заходи. Садись. Пока ты учился очень хорошо, но есть большее. Больше? Я учить тебя кое-чему особенному. Помни это. Но ты не говорить никому. Хорошо. Клянись. Клянусь. Ладно, я клянусь, я обещаю. Подожди здесь. Не трогай. Извини, Сифу. Это любопытство. Это дал мой Сифу. Я учить тебя насчет жизни. Ты серьезно или это розыгрыш? Это Эрик. Эрик? Ну и что Эрик делает? Ты знать акупунктуру? Акупунктуру, которую ты опробовал на мне после драки? Да. И что делает со всем этим Эрик? Видишь это? Туда ты нажимал мне после драки. Смотри. Очень много смеха. Что это? Делает очень много смеха. Не надо, не надо. Теперь нападай на меня. Я не могу напасть на тебя, Сифу. Все в порядке? Нападай. Ладно.
Чему ты из этого научился? Я понял, что одни части тела контролируют другие части. И в зависимости от того, какие точки ты нажимаешь, акупунктурой можно исцелить или убить. Да. Это то, что ты использовал на тех ребятах. Да. Но ты мог и убить их. Да. Можно исцелить. Можно убить. Как мне узнать, что использовать? Когда проголодаешься, узнаешь, когда поесть. Я могу пользоваться ею, когда пытаются убить меня. Но только когда жизнь в опасности. Клянись. Клянусь. Обещай. Обещаю. Привет. Привет. Ты сегодня не работаешь? Я думала, ты никогда уже со мной не заговоришь. Но мне и правда очень жаль. Я действительно был груб, сейчас я это вижу. Что произошло? Ну, я сейчас занимаюсь особенной тренировкой, и она открыла мне глаза. Акупунктура? Она часть тренировки? Да. Часть ее. Я не знала, что ты этим занимаешься. Ты многого обо мне не знаешь. Я это вижу. Виноград. Я люблю виноград. Тогда поймай. Ну, лови. Хватит брызгаться. Джеймс, ты изменился за эти несколько месяцев. Таким ты мне больше нравишься.
Мне бы и в голову не пришло, что боевые искусства могут дать это. Я очень обязан этим Уингу. Он многому меня научил. О чем ты? Ну, к примеру, акупунктура. Через твое тело протекают пассивные токи энергии. Они называются меридианами. И они идут отсюда и вверх. Вот сюда. Сюда. А что, если мне больно? А, скажем, у тебя болит вот здесь. Это значит, что ток энергии прервался. А что нужно сделать, чтобы восстановить его? Стимулировать. Эй, Джой, неплохо выглядишь, как дела? Сэр, я решил участвовать в турнире. Меня не волнует, будет ли там Таннер. Это прекрасно, Джой, я тобой горжусь. На самом деле, я сегодня здесь и по этой причине. Думал, что мое боевое искусство — способ защитить себя. Потом я думал, это способ доказать всем, какой я крутой. Я зациклился на этом. Я думал, что я эдакий здоровяк. И я провоцировал драки, чтобы доказать, что я мужчина. Но я был неправ. Суть боевых искусств не в том, чтобы доказать, какой ты крутой и сильный. Суть в том, чтобы быть честным со своим внутренним «я». Вы пойдете на турнир, чтобы понять, какие вы на самом деле. И неважно, кто выиграет, все вы будете победителями. Прекрасная речь, Джеймс. Крутые слова из уст размазни. Чего ты хочешь, Танов? Я недавно проверил списки выступающих, и твоего имени там не было. Это верно. Какая разница? У них там целая дивизия красавчиков. Боишься, что твое личико может пострадать? Джейми, я буду на турнире. Можешь быть уверен, что я надеру тебе задницу. Ты? Ты одного раунда не продержишься, банка с ваксой. Очень плохо, что там не будет старины Джеймса. Это его задницу нужно надрать. Извини, я не могу тебе помочь. Я буду сидеть на ней в другом месте. Ох, Коулфилд, иногда я попросту схожу с ума. К счастью, мои друзья мне помогают. Не хотелось бы, чтобы с твоей мордашкой что-нибудь случилось. Хочется, чтобы ты записался на турнир. Пошли отсюда. Пусть идут. Сифу, не угадаешь, что со мной произошло сегодня. Вот, разбей это яйцо. Сегодня я, наконец, понял значение терпения. Поторопись, клиенты ждут. Вилли Маккой сегодня плюнул мне в лицо, и я с ним не дрался. Сейчас ты наплевал в мое яйцо. И я тоже с тобой не дерусь. Что вы хотите на обед, ребята? Ну вот опять. Что, я голодна? Ты всегда голодна. К
Как насчет пиццы? Неплохо. Неплохо. Пицца? Да, большая толстая пицца с сыром. Ты будешь сидеть и лопать ее 2 месяца, а я брошу тебя, потому что ты разжиреешь. Нет, не бросишь. О чем это вы говорите? Эй, почему бы тебе не купить те туфли? Это можно. Господи, как такое могло случиться? Ты позор белой расы, женщина. Назад, Таннер. Заткнись, малыш. Ты не понимаешь? Ты не должна ходить с этим типом. Джой, ты сильно пострадал? Мы должны отвезти его к доктору. Назад. Что случилось? Моя рука. Эй, вызовите полицию. Вставайте, идут копы. Ну уже вставайте, вставайте, ребята. Пошли, пошли. Что случилось? Это были Таннер и Маккой. Вот так. Они так просто не успокоятся. Таннер и Маккой — это целая история. Пошли. Пошли. Ты идешь завтра на турнир? Сама не могу поверить, но я пойду. Возможно, и я зайду. Джой будет драться, и я бы хотел на это посмотреть. Спокойной ночи, Марк. Спокойной ночи, Кимберли. Знаешь, я подумал, Марк, возможно, мне нужно выступить на турнире. Ты вывел из строя Таннера, надо разобраться с Маккоем. Если я этого не сделаю, эти парни подумают, что им можно все. Подожди минуту, Джеймс. Ты в этом уверен? А как же твое обещание Уингу? Да, я знаю. Слушай, парень, не беспокойся насчет школы. После окончания учебы я получу работу и поднакоплю деньжат. Все не так уж и плохо. Это займет годы. Я знаю, я обещал не драться за деньги и не использовать знания акупунктуры. Но это другой Уинг. Сейчас это ради Марка и ребят. Нет, ты должен держать свое обещание. Но это другое. Разницы нет. Ты должен быть честен с собой. Ты решаешь сам. Так что помните, дело не в том, чтобы побить другого. Нужно прислушаться к тому, что у тебя внутри. Я не знаю, он ушел, когда я разбудил его утром. Надеюсь, ты им вбил что-то в башку.
Довольно грубые слова для девушки-пацифистки. Ну, для всего бывает время. Похоже, это здесь. Куда нам идти? Леди и джентльмены, добро пожаловать на первый турнир боевых искусств Мильбрука. У нас сегодня здесь большая толпа народа. А вот идут судьи. Скоро мы начнем репортаж, но сначала мы бы хотели проинформировать вас о некоторых изменениях в программе. Заявленный от клуба «Кунг-фу Дракон» мистер Марк Браун не сможет выступить из-за травмы. Его заменяет мистер Джеймс Коуфилд. Джеймс, я же говорил тебе, не нужно это делать. Нет, нужно. А как же насчет Уинга? Не волнуйся. Я думаю, он поймет. Эй! Позже у вас на это будет уйма времени. Давай, парень. Куртки выглядят опасно. Ты знаешь, кто это? Я не знаю, кто это. Я раньше его не видел.
великолепен. Спасибо. Полагаю, это чтобы поддержать меня. Пора, парень. Еще один раунд. Готов? Ты можешь это сделать. А теперь лицом к лицу встретятся финалисты Джеймс Коулфилд и белый тигр Гэри Карлайл на чемпионате карате. Надеюсь, он не пострадает. Он с этим справится. Джеймс, осторожно! У тебя все в порядке? Я могу использовать акупунктуру, если кто-то попытается убить меня. Только когда жизнь в опасности. Клянусь. Сифу, куда ты идешь? Я уезжаю. Ты на меня сердишься? Ты нарушил обещание. Ты согласился. Я согласился. Давай, пошли.
Они едут. Ну, пошли. Сифу, Уинг, поклон. Ты окажешь нам честь? Strength without judgment means nothing. If I were you, I would have done the same. Catch him.